Привет! С вами Крошка Енот. И сегодня в рубрике «Сказки про животных» я расскажу вам сказочку «Репка». Короче, главные герои – дед, бабка, внучка, жучка, кошка и мышка. В этом порядке персонажи по очереди появляются и помогают деду тянуть из земли огромную репку, хватаясь друг за друга и образуя цепь. Когда к этой гирлянде присоединилась мышь, репку вытянули. Все, конец сказки. С вас лайк и подписка. Чао-какао.